Heute Morgen haben wir am Esstisch mit unserem Bruder Jalal gesprochen, dass wir von einigen Sünden gerettet werden müssen. Сегодня с братом Джалалом мы утром за столом говорили о том, что нам нужно спасаться от некоторых грехов. Natürlich, wir sind gerettet worden, aber täglich müssen wir auch von anderen Sünden gerettet werden. Нет, естественно, мы уже спасенные люди. Но вот от некоторых грехов нам по-прежнему надо спасаться. Einer davon sagte er, ist die Dummheit. Один из этих грехов, сказал брат, это глупость. Ja, wenn wir von der Dummheit befreit werden müssen, dann müssen wir weise werden, Weisheit lernen. И как бы противоположность, если мы освобождаемся от глупости, тогда, естественно, мы должны мудрыми стать. Кто из нас нуждается в мудрости? Von wem kann man Weisheit lernen? И от кого можно научиться мудрости? Es gibt ja große Politiker, Dichter, Philosophen und so weiter und so fort. Ja, die sind ganz weise. Есть всякие большие политики, философы, они, наверное, In der Bibel ist der Salomo ist der weiseste Mann überhaupt hier uns vorgestellt. В Библии нам рассказано о Соломоне. Он представлен нам как самый умный человек, который был. Aber er sagt trotzdem, dass man die Weisheit nicht von ihm lernen soll, sondern von vielen kleinen Tieren. И тем не менее, Соломон, вот этот мудрейший человек, он говорит, что от него мудрости учиться не надо. А надо учиться от четырех животных. Ja, aus Sprüche Kapitel 30 möchte ich vier Verse lesen. Also Sprüche 30 ab Vers 24. Diese vier sind die Kleinen im Lande und doch sind sie überall weise. Die Ameisen, kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Die Klitzdachse, kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf den Felsen. Die Heuschrecken, sie haben keinen König und doch ziehen sie alle in die geordneten Scharen aus. Die Eidechse, kannst du sie mit Händen fangen, aber dennoch finden sie in den Palästen der König. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает она вся стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Die Ameisen kann man jetzt im Sommer beobachten. Ne? In deutschen Autobahnen gibt es Stau, sogar in Ameisenstraßen gibt es nicht mal Stau. Муравьи, они очень маленькие. И в Германии даже на автобанах бывают пробки. А когда муравьи двигаются в этом огромном большом количестве, у них муравейники, ну там пробок. И они очень прилежные, трудолюбивые. Как немцы. Потому что немецкие мужики, когда они приходят с работы, они переодеваются и опять начинают работать. Начинают мыть свою машину, начинают в доме что-то делать. Und auch die Ameisen öffnen die Türen ihre Haufen, also Richtung Süden, nicht in Richtung Norden. Что интересно, муравейники, все выходы, они направлены на юг. Не на север, где холодно, а на юг. Aber was diese Ameisen alles so weise macht, nicht all diese Dinge. Но вы знаете, то, что делает муравьев мудрыми, это все не вот эти вот вещи. То, что пробок нету, или там дверь у них. Hier haben wir gelesen, sie sammeln im Sommer ihre Speise. Здесь Соломон пишет, но летом заготавливают пищу свою. Es gibt in August so ein Insekt, die Grille nennt man bei uns. Ja, die ganze Nacht macht das Stimme. Есть такое насекомое, сверчок оно называется, ночью оно звуки вот эти вот издает. Es gibt so eine kleine Geschichte, die wir als kleines Kind gelernt haben. Я услышал историю еще ребенка. Die Ameise arbeitete ganzen Sommer über und dann sammelte seine Vorräte. Муравьи работали все лето, собирали свои запасы, складывали. Но сверчок он все лето на гитаре проиграл.
Und dann kam plötzlich der Winter. И неожиданно, случайно пришла зима. Und dann kein Essen. И нету еды больше. Und dann dachte, ah ja, dann gehe ich zu Ameisen, dann einiges Essen zu auszuleihen. И тогда Свечок подумал, ну, схожу к муравьям, одолжу их еды. И муравей сказал, извини, тут у меня запасов, только для меня и для моей семьи. Знаете, это мне напоминает о церкви. Немного, слегка. Есть сверчки в церкви. Sie haben über alle Themen wissen Sie Bescheid und dann reden Sie darüber. Они обо всем знают, как все правильно должно происходить. А когда man sagt, komm, lass uns doch tun und machen, und dann sind sie plötzlich nicht mehr da. Но когда им говорят, пойдем, пойдем трудиться, вот как ты знаешь, пойдем применим эти знания, и тут их нет. Die Ameisen sammeln im Sommer ihre Speise. Муравьи летом собирают свою пищу. Sommer bedeutet Freiheit. И лето это означает свобода. Die Christenheit noch nie so viel Freiheit in seiner Geschichte erlebt wie heute. Христианство никогда не имело этой свободы, так много свободы, как мы имеем ее сейчас. Nicht nur in Europa, sondern auch Osteuropa herrscht eine Freiheit. Vielleicht nicht in Weißrussland oder sowas, aber trotzdem. В Европе никогда не было такой свободы в отношении христиан. Не только в Западной Европе, но и в Восточной Европе. Я не знаю, как в Беларуси, но в Восточной Европе в основном. Was macht die Gemeinde Jesu, wie die Grillen macht? И что делает Церковь Христова? Играет только на гитаре. Die Ameisen sind weise, weil sie sammeln ihre Speise im Sommer. Но муравьи, они свои запасы делают летом. Hier haben wir gelesen, die Klipptaxe kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf Felsen. И далее мы читаем, горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале. Die Klipptaxe sind so klein wie ein Hase. Клиптаксе, Я просто переспросил, как неправильно переводить. У нас стоят горные мыши, в немецком переводе там немножко другое. Не побольше. Нет, не мыши, они как... Как зайцы. А что там? Горные мыши. Ну, а в немецком? Горные мыши. Небольшие, слабые, слабые животные. Very weak animals. Суслики, наверное. Нет, Харатин говорит, что те животные, как здесь не видно, у них лапы, как у коз. Und deswegen kann auf den Felsen so маленькое, небольшое животное, типа горная коза, но небольшое. Кстати, вот это вот интересно, надо будет посмотреть, потому что паук, то, что у нас как паук, там как ящерица переведено. Вот почему это надо выяснить. То есть вот это толкование этого слова допускает два варианта. Ну, в детали мы сейчас не будем давать, потому что смысл, да, вещи смотрели. Маленькое животное, похоже на горную козу. Okay, I'm gonna have to move. Wir kennen die Geschichte aus der Bibel, der Mann auf den Sand baut, der andere auf dem Felsen baut. И мы знаем из Нового Завета ту историю о двух людях. Один строил на песке, другой строил на скале. Wir können als Gemeinde Jesu nicht auf den Sand bauen, auf dem Sand gehen. И мы, как церковь, мы не имеем права строить на песке. Wir müssen auf dem Felsen bewegen. Нам нужно строить, нам нужно иметь свое основание на скале. Unser Herr ist der Fels. Потому что наш Господь – это есть скала. Ein kleines Mädchen sprach über ihren Glauben und so bewusst, und einer sagte, hey, wie redest du denn, und ob du überhaupt nicht wackeln würdest. И одна маленькая девочка, она рассказывала, во что она верит, и она рассказывала с таким убеждением, и кто-то ей сказал, слушай, ты так рассказываешь, как будто ты никогда не колебалась, никогда не сомневалась. Sie sagte, ja, ich wackle zwar hin und her, aber der Fels unter mir steht fest. Она говорит, ты знаешь, я-то иногда могу сомневаться, я иногда могу качаться, но мое основание, моя скала, она стоит. Jesus und sein Wort ist für uns ein Fels. Наш Господь, Его Слово, это наша скала, наше основание. Wenn wir auf diesem Felsen bewegen und wir können vielleicht hin und her wackeln,
Aber der Fels unter uns wird nie wackeln. И когда мы стоим на этом основании, нас, конечно, может иногда и занести, иногда мы можем покачнуться, но наше основание, оно всегда твердое. И поэтому мы можем учиться от этого животного, без разницы, как оно называется, мы можем от него учиться. Die dritten sind die Heuschrecke, und sie haben keinen König. 27 стих. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Нет царя. Die Heuschrecken können 2 mm groß sein und 25 große Zentimeter. Они по размеру, сранча, она разная бывает. От пары миллиметров, буквально несколько миллиметров, до 25 сантиметров. Und in Afrika und so weiter gibt es große Scharen, wenn sie kommen und sagen, bleibt kein Grün mehr übrig. И в Африке, там есть целые, как это сказать, стада этой саранчи. И если оно пролетает, это стадо, туча, потом зелень не остается. Sie haben keinen König. Aber sie handeln zusammen. Но одни выступают вместе. Und die Christen haben together. Вы знаете, у нас христиан есть Святой Дух. Kann keiner sehen den Heiligen Geist, aber wenn wir zusammen handeln, но когда мы вместе работаем, dann können wir mit dem Medi-Rasher einiges tun. Тогда вот точно так же, как саранча, кое-что мы можем сделать в этом мире. Können wir von diesem Tier was lernen? Можем мы что-нибудь научиться от этого, от этих животных? Und viertens steht hier Eidechse, das kann man auch wieder Spinne übersetzen. Und das kann man mit den Händen fangen, steht hier, aber sie befindet sich im Königpalast. Следующее. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Здесь опять в переводе несколько по-другому переведено. Ящерицу можно взять руками, прикоснуться руками, но живет она в царских чертогах. Ist egal, ob Spinne ist oder Eidechse. Das sind keine schönen Tiere, ne? Die Frauen haben Angst vor solchen. Без разницы, пауки или ящерицы. Это не те животные, которые вызывают радость. Женщины боятся очень часто, не хотят прикасаться к этим. Also man hat zu Hause eine Katze, Kanarienvögel und Wellen sind nicht. Also обычно, Tiere, ne? Обычно дома канарей держат, кошечек. Ja, es gibt paar Leute in Deutschland, die haben auch Eidechse und Schlange als Haustier. Нет, конечно, в Германии есть пару таких интересных людей, у которых как домашнее животное, там, змея может быть, или там, ящерица. Aber normalerweise wollen wir keine Eidechse zu Hause als Haustier haben. Ну, обычно люди не хотят никаких ящериц, никакого могут увидеть. Weil sie sind nicht schön. Потому что они не очень приятные, не очень красивые. Es gibt auch Menschen, unsympathisch sind, nicht wahr? Вы знаете, есть люди, которые нам не всегда приятны, не очень симпатичны для нас. Und dann wir denken, aha, diese Völker, und die wollen sowieso nicht hören. И тогда мы говорим, ну, вот этот человек, или вот этот народ, они все равно ничего не хотят знать. Und wir sagen, oh, okay, das sind die Leute, die mit dem Sozialarbeit Geld verdienen und so weiter und so fort. Also Schwarze, man sagt, die Türken wollen Deutschland in ihren Händen haben und sie wollen sowieso nicht glauben. Wieso sollen wir diese Leute geben? И часто есть предубеждение, что вот эти вот люди из вот этого народа, они хотят только пить, или только гулять, или только получать социальную помощь, а турков в Германии так говорят, что турки хотят только социальную помощь. И к этим людям еще идти, что им можно сказать? Vielleicht wird auch uns in diesen Tagen solche Leute begegnen, die ein bisschen viel getrunken haben und dreckig sind und so weiter. Wir wollen lieber mit den großen Leuten, mit Doktor, Professor, was weiß ich, solche Leute zu tun haben. Wir werden diese Leute vermeiden wollen lieber. И вполне возможно, что сегодня или завтра, или послезавтра на улицах нам встретятся люди, которые, может быть, не очень хорошо одеты, которые не очень хорошо пахнут. Мы будем стремиться достичь больших людей, профессоров, чиновников. Aber diese Tiere befinden sich im Palast der König. Здесь написано, что такие животные, они живут в царстве человеческих. Дорогие братья и сестры, в небе нас будет ожидать очень много сюрпризов. Es wird vielleicht, wir werden im Himmel Leute treffen, die wir nie vermutet haben. И в небе мы встретимся с людьми, о которых мы никогда не могли даже подумать, что они когда-то будут в небе. Andere dagegen, mit denen wir fest rechneten, werden vielleicht nicht da sein. Может быть, как раз те, в которых мы были твердо уверены, что они будут в небе. Они там, их там не будут. Vielleicht sind auch Pastoren, Missionare. Может быть, даже миссионеры, может быть, даже пасторы некоторые. Treue Gemeinde.
Те, которые постоянно были в церкви. Но те люди, которые в реальности, в жизни не имели живых, настоящих взаимоотношений со Христом. Diese Leute, die wir vielleicht mal so von oben herab geguckt haben, werden im Palast der König der Könige sein. Может произойти так, что те люди, на которых мы смотрели сверху вниз, они будут жить в царских чертогах. Genau wie die Eidechse oder Spinne, die wir hier sehen. Точно так же, как здесь говорится о ящерицах и о пауках. Wollen wir Gottes Weisheit haben? Хотим ли мы иметь Божью мудрость? Hier ist uns vier Beispiele, die wir als Beispiel nehmen dürfen. Здесь нам приведены четыре примера, на которых мы можем учиться. Lass uns alles in beherzigen und dann so in diesen Tagen unseren Herrn. Пусть Господь благословит нас сохранить вот эту мудрость в наших сердцах, чтобы мы были по-настоящему мудрыми. Двое человек из нас могут помолиться, и тогда Харатин закончит. Были реки, я знаю.